alcoolismul este unul din primii trei factori care influențează apariția fenomenului violenței domestice și este răspunzător direct de poate cele mai grave cazuri de violență domestică înregistrate în regiune. Глобальная проблема не только у нас в селе, но это широкомасштабная проблема. Злоупотребление алкоголем, я считаю, влияет на семейные ценности в первую очередь. А за этим уже следуют и разводы, и фактически в первую очередь дети страдают. И мы должны об этом помнить. Такая реклама, то, что есть, это очень хорошо, может, не все, но хотя бы кто-нибудь да задумается, что все равно это очень большая проблема.